видели, сколько Боско набил фрагов против Лестрим? Сколько? По 40 на 23. Знаешь, сколько Magic, блядь, фрагов у нас набил? Два. Ну, когда пошли им руки, знаете, первое, что Кендрю говорит, fucking Magic. Нам дают выбирать сторону вообще, я все время практически так выбираю. Ну, только на клубе мы когда играли, я выбрал дефенс, но на клубе типа дефенс, нормально. Нормально. Так везде, на регоне, на консульстве, на бордере. Они наоборот, ты что, забыл Magic, еще удивился? Он такой, хотел предсказать, что я выберу дефенс, а я такой, атака. И мы 100% на консульстве начинали в атаке. Нет. Мы в дефенсе, я на пульсе ходил, ебался в дивы. Разве? Да. Мы 6-0 в дефенсе закрыли один раз в атаке. Ладно, ладно, ладно. Ошибочка. Завтрак в Макдональдсе. Ну чё? Чё за отменят заказ, потому что мы долго слишком думаем. Макмаффин давайте. Да, вот. Я хотел так предъявить вчера за вот этот выбег из Биг Тауэра. Да, выбег из Биг Тауэра. Уже нельзя выбегать. Как они за ним сидят или что? Никак. Ну, типа, ну да, на мягкий не смотрю, что как все. То есть типа спаун видели? Ну, типа, нельзя так убегать. Когда мы так сделали против Пенгу, по-моему, на Мия. Сколько секунд? На Мия так сделал против Пенгу, Пенгу там пипец разнылся. Он такой, это нельзя, это запрещено на ESL. Ну, типа, убегает, Дол успевает выбежать до того, как его успевает, успевает помечать, и он видит спаун при этом. Типа, сам смысл в том, что его не помечать. Не то, что его не помечает, а в том, что он спаун видит. Ноги видит, а ты его не видишь. Но там же было правило, что, типа, если он выбегает на этот спаун там спустя какое-то время, допустим, 3 секунды, то можно. Типа за 3 секунды вы... Да, ты можешь адаптироваться, типа, и узнать, что у вас 3 секунды что есть, чтобы среагировать. Там не 3 секунды было. Там 3 секунды нет, было. Нет, там не 3 секунды 3 было. Секунды, он сразу выбежал моментально. Из двери. Я про то, что... Ну, там 2 секунды было. Kebab? No. Sure? Yes. It tastes good. Are you seriously fucking eating kebab at 9 a.m.? Yeah. On a stage? A Fabian life. Okay, it's the face. You start. Oregon band. Wait, what? What's your map? Consulate. Consulate. Alright, have fun, boys. Enjoy. Good luck. Of course, thank you very much. Good luck. Good luck. Good luck. В последнем браке мы к 6-4. Консульство? Нет, вилла, консульство. И клабхаус. Будешь там по вилле. Мы что, виллу на последнее оставим? Карты мы вчера с ребятами обсуждали, и мы решили, что несмотря на то, что мы ни разу не играли в официальном матче виллу и не тренировали ее, мы решили, что мы не хотим играть банк против них и были уверены в том, что они его возьмут, если мы его не забаним. Поэтому мы решили забанить банк, оставить виллу и не делать никакого акцента на эту карту. Проиграли и делать акценты на следующие карты. Следующие две карты были Coastline и Clubhouse, в принципе, которые мы довольно хорошо играем, но, как мне кажется, G2 это не та команда, против которой можно выиграть, не имея опыта в официальных матчах против них.
G2 очень сильный в сборе информации. Я думаю, к следующим играм и к следующим официальным матчам мы постараемся немножко поменять стратегию и поменять наши, скажем так, пики и баны оперативников, чтобы лишить этих информаций. В раундах, в котором нам удавалось избавить их от информации, мы побеждали довольно с легкостью, заходя 5-5 плент, при этом ставя бомбы и легко довольно выигрывая раунд. То есть G2 играет только от информации, и нужно только лишь разобрать, как их лишить полностью этой информации. Изначально мы хотели, чтобы мы встретились с пентой, потому что это все-таки европейский стиль игры, и мы более привыкли против него играть, и мы уверены, что нам будет играть против него легче, чем против американцев. Но также наша основная цель на турнире была получить слот в Канаду на чемпионат мира. Если так подумать, по логике, лучше, чтобы победила пента, так как она получит слот на Канаду, и тогда лишняя команда из пролиги не будет играть в открытых квалификациях. Поэтому мы приехали сюда не за деньгами, а именно, чтобы заполучить слот, и, наверное, логичнее будет встретиться с американцами за третье место. По поводу результата за третье место, если это будут американцы, это будет довольно сложная игра, потому что мы не знаем абсолютно, как они играют, мы не знаем их стиль. Европейский и американский стиль очень отличается, и нужно просто иметь хороший опыт, чтобы противопоставить что-то такому. Но будем бороться. Думаю, три карты будут тоже. Фантастические просто. Это было очень тяжело. По-моему, я скутеру реально руку чуть не отбил. Я ему так кулачки давал, просто он чуть не сдох. Да мы тебя с двух сторон. Да мне на первых ланах вообще, по-моему, до крови разбить разбил. Он такой, поиграем в кулачки?